Ну что ж, начнем с краткого комментария по матчу. Ну, в принципе, да, начали все равно ни шатка, ни валка. Как бы, я думаю, это последствия игры с Казанью, немного эмоций. Как бы сначала не достали, потом вроде пару голов забили, и уже пошло поинтереснее. Да, ну можно и прокомментировать свой собственный гол. Весьма такой после как раз-таки рекламной паузы получился. Может, что-то обсуждали до этого, Гриша бросил, добили? Да нет, в принципе, не обсуждали. Просто говорили на то, что нам тренера сказали на побольше шайбу держать в зоне. Вроде первая получилась позиционная атака. Там несколько раз поменялись на синей линии, бросили, она выскочила. Я был на пятаке и как бы попытался побыстрее бросить. Ну, хорошо попал. Такой весьма у нас уверенный сейчас по очкам, по играм идет отрезок. Как вы сами на него смотрите? Насколько это, наоборот, дополнительный прессинг или, наоборот, раскрепощает в таких ситуациях? Ну, это придает больше уверенности все равно в действиях своих, потому что, понимаешь, смотришь видео и видишь, за счет чего вообще происходят вот эти очки, за счет чего они даются. Мы смотрим видео и понимаем то, что это идет плодотворная работа у нас каждый день. На тренировках и, получается, на видео с тренерами. И мы пытаемся не расслабляться. И хорошо, что очки идут сейчас. Как раз таки, если говорить о разборе, что, чем соперник удивил, на что внимание обращали перед матчем, все ли удалось сегодня? Ну, в принципе, нам удалось, да? Если мы выиграли, нам удалось. На что обращали внимание? Ну, обращали то, что у них контратака хорошая, нападающие убегают, защитники выбрасывают по борту, а нападающие уже бегут и создают контратаки. Ну и большинство, получается, хорошее у них. Сегодня вот пропустили наши видеооператоры, хорошо посмотрели. Молодцы. Ну, ближайший матч с Амуром, последний матч в этой домашней серии. Очень плотный график, хватит ли сил у нас или как вообще наоборот? Проще в таком графике, когда игры постоянно? Да, если честно, по силам все хорошо. Прям силы есть. Работаем с тренером, все хорошо, как бы готовимся. Вот эмоции иногда надо доставать, да. С этим я согласен, когда игры идут через день, и много, ну, плотный график и много таких хороших матчей.